Все больше подростков вместо вредных привычек выбирают занятия спортом. Регулярные физические нагрузки делают человека не только сильнее и выносливее, но и счастливее. С этим согласны участники краевых игр «Спорт против наркотиков», в том числе и Евгения Михайлова, которая приехала в Армавир из Мостовского района. Ты становишься здоровым человеком, не болеешь, и это прикольно. Ходила на танцы 3 года. Сейчас планировала пойти на легкую атлетику. Мне нравится так. Смотрела, как другие занимаются, тоже захотелось. 20 октября проявить свои силы и спортивную подготовку смогли команды из разных районов края. Участников поделили на старшие и младшие группы от 11 до 14 лет. Первым делом ребята боролись за победу в комплексной эстафете. Члены команды на время проходили дистанцию с различным инвентарем. А затем всем составом они ставили рекорды в прыжках через большую скакалку. Эти состязания помогали проверить слаженность и командный дух представителей каждого района. Сегодня здесь присутствуют победители муниципальных этапов из 6 муниципальных образований Краснодарского края, которые сегодня здесь собрались на зональных соревнованиях. Это из таких муниципальных образований, как Новокубанский район, Лабинский район, Мостовский район, Отрадненский район, город Армавир. Сегодня здесь они продемонстрируют свои лучшие умения, навыки, физическую форму, спортивную подготовку. И победители зональных соревнований отправятся на финальные соревнования, которые состоятся 3 ноября в городе Славянск на Кубани. Традиционные соревнования нередко становятся площадкой, на которой у ребят завязывается крепкая дружба со спортом. В этом году наиболее успешными оказались участники из Успенского района. В старшей и младшей группе они заняли 1-е место и автоматически стали финалистами краевых соревнований. На 2-м месте обе команды Новокубанского района, а бронза у ребят из Лабинского и Мостовского районов. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации, телеканал РНТВ «Армавир».